Привет, с вами я. И за гейм, ёшеньку. Блять, думаю, как-то темновато, да, вроде бы? Так, ох, сейчас включу. Думаю, так будет лучше. Это обучение будет. Отдельное обучение. Бас. Горловой бас. Я не делал видео еще обучение по горловому басу. Делал только обучение в самом битбоксе, просто там делал. Сегодня хочу отдельное битбокс обучение по басу, самому этому главному звуку, который я люблю. Я его сейчас каждый день тренирую, то есть прокачиваю и так далее. Как он делается? Делается очень... Для меня это было очень просто. Я его вот посмотрел на обучение. Чувствую, делаю, и получилось. Смотрите, делайте вибрацию. Либо через прокашливание, то есть... То есть, либо так, либо вибрации. Просто вы делаете... Чтобы такую вибрацию поймать, надо вот так делать. Вот как. И вот так вот. Делайте так, когда вы так сделали уже, то есть вы можете делать звук, то есть открывать рот и говорить какие-нибудь звуки. А, там, Б, Е, мне пох. Это звучит очень классно, особенно когда ты выступаешь где-нибудь, там, не знаю, у тебя там выступление, битбокс, батл или еще что-то, то отлично звучит. Еще как вот вы сделали все, то есть у вас уже это главное получилось, и делайте всякие звуки к этому басу, подставляете, то есть как это слушается и вообще. Сейчас. Как-то так, то есть он со временем у вас все лучше, лучше и лучше. Да, будет горло болеть капец, потому что вы делаете бас горлом. И у вас вот тут вот будет начинать вот тут болеть. Это, ну, пейте чай, там, мед, не знаю, чай, мед делайте, все будет отлично. Он у вас не будет болеть, в принципе. Ну, и делайте этот бас. Я думаю, он у вас будет отлично получаться. Если будете реально делать хорошо, ну, хорошо относиться к этому, хорошо у вас будет получаться. Как с ним еще можно поиграться? То есть, можно сделать вот так. Ну, то есть, по вашему решению, играете с этим звуком, делаете из него что-то хотите, не, без разницы. Но, еще отлично, вот, говорите, когда, там, любое, там, допустим... То есть говорите какие-нибудь слова, вставляете туда бочки, звуки всякие, вот это отлично получается вообще. А можно делать еще, то есть вы делаете там звуки просто, а потом вставляете туда бас. То есть как это случается, это... Ну сейчас, подождите. Как-то так. Есть разные звуки баса, но этот самый лучший, самый прикольный. Есть еще такой звук, но я вам уже про эти басы говорил. Есть такой самый легкий звук из басов. Есть такой звук, я не знаю, бас это не бас, но я считаю бас прикольным, в принципе. Как его делать, это просто говорите букву R и добавляйте бочку. То есть как-то так. Можно таким же методом, только другой звук. Сейчас. Вот
хэ говорите и все. То есть как так вот. Вроде все, я сказал. Можете, кстати, вот это вот. Когда вы так делаете, можете переводить либо это, либо это. То есть тоже хорошо звучит, в принципе. Я уже на этом вот нормально прокачал. Тоже играю с этими звуками. В принципе, более-менее так получается. Но бас я уделяю больше времени. Потому что мне он больше нравится. Если будете делать, то отлично будет получаться, так что я уверяю. Что вам еще рассказать, в принципе? Не знаю, ну, как делать, я объяснил, да, то есть вибрацию ловите, то есть, вот, поймали вибрацию и тяните ее все дальше и дальше, и можете открывать уже рот и говорить какие звуки там. Тогда будет отлично. Можете высокую, кстати, взять, низкую, среднюю, то есть по-вашему. Я беру всегда высокую, у меня вот из-за этого горло всегда и болит. То есть еще когда вы делаете звуки, то есть бас, вы можете вот смотрите, прислушайтесь, я говорю какие-нибудь звуки, то есть А, Б, вот этот, смотрите. Тоже отлично слышно, все отлично. Если понравился этот видос, нравится битбокс, ставь лайк, потому что битбокс это тема. Я вообще занимаюсь уже вот сколько тут 11 месяцев я занимаюсь, потому что я с января начал заниматься этой темой. Получалось, что, конечно, сначала плохо, очень плохо. Я сейчас тренируюсь вот по этому басу, на него больше времени уделяю. Вот все равно вот не могу вот быстро делать битбокс. То есть, знаете, кто-то там. То есть как-то быстро, да, я не знаю, я не могу. Ну, вот получается что-то такое. Либо вот. Блять, сейчас. Вот сбиваюсь, вот не могу. Главный мой минус я сбиваюсь. То есть вот не получается у меня быстро. Ну, все равно мне быстро, в принципе, не так нужен. Мне главное звук, качество битбокса, то есть. Вот посмотрите, как быстро, да, то есть, и как лучше, громко, ну, то есть, нормально, медленно, но. То есть, как-то так. Либо что-то вот такое вот. Просто мне кажется так лучше, чем быстрее, чем быстро вот это. Развивайте, короче, бас, вообще делайте, занимайтесь битбоксом, если вам нравится эта тема. Если не нравится, то занимайтесь тем, что любите. Ладно, с вами был The Game, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем до встречи в следующих видосах. Всем пока.